Недавно смотрел кучу роликов про паровозы и нестыковку в развитии паровозостроения. Нам извратили законы, и поэтому мы все считаем неправильно, и нам все это оказывается невыгодно. Но это по предоставленным научным расчетам. Так вот, появилась мысль, что паровоз не только ездил от пара, приводя в движение поршень, коленвал и так далее, но и сжигал часть пара в топке, тем самым экономя еще больше топлива, угля или дров. Вода впрыскивалась в топку в виде перегретого пара, разлагалась на кислород и водород и горела, а дрова были нужны только для поднятия температуры до 1500 градусов и поддержания горения воды. А нам эти технологии прошлого преподносят сегодня как технологии каменного века. Получается, паровые технологии сегодня очень сильно обесценены. И еще вопрос, были ли технологии средних веков ненадежными и неэкономичными?